Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует группа Mail Art Inspiration. И сегодня внепланово я расскажу о такой вещи, как небольшой инстабук. Многие сейчас пользуются такой известной социальной сетью, блогом, как Инстаграм. И многим очень интересно, как же все-таки получить небольшой инстабук. Его высылают тем, у кого очень много снимков, тем, у кого много подписчиков. Все это делается, естественно, в рекламных целях. То есть бесплатно получить инстабук нам почти невозможно. Но это меня не расстроило. Я заказала вот такой вот чудесный квадратный блокнотик у Светланы Шестаковой. Ссылку на ее группу я дам ниже в комментариях. Вот. Когда я заказала его, я еще не знала, зачем я его заказываю. Но через какое-то время в мою голову пришла идея, почему бы не сделать инстабук. Тем более я напечатала немножко инстаграм-снимков. Как напечатать свои инстаграм-снимки? Сейчас очень много сервисов, которые печатают снимки. Допустим, заплати 300 рублей и получи 5, там, 10 снимков с заказным письмом. Все это понятно, но это все дорого. Я рассказываю вам бюджетный способ. Мы идем на сайт NetPrint. netprint.ru и печатаем там свои снимки. У них появилась новая графа, размер печати 10 на 10 сантиметров. Как мы видим, они печатают на вполне неплохой фотобумаге. Вот. Получаются отличные снимки. Отложим их в сторону. Что же я сделала? Я взяла этот прекрасный блокнот. Конечно же, напечатала, что это инстабук. И начала вклеивать фотографии. Вначале я их клеивала просто, в огромном количестве. Вот, есть пустые страницы, где будут определенные моменты записаны, у меня все продумано уже. Но потом я поняла, что просто вклеивать это скучно. И стала каждую страницу как-то оформлять. И вы знаете, получился небольшой блокнот со своей историей, со своими рассказами. Вот, крепила я все вот такими вот уголками, заказанными с Китая. К сожалению, они у меня кончились, и больше пока что я не заказывала. Вот, поэтому последующие снимки я крепила по два уголка. Один сверху, один снизу. И снизу закрепляла уголок двусторонним скотчем. Вот, получается вот такая книжка. Как ее сделать, как ее оформить, все зависит только от вас. Мне кажется, это намного лучше, чем готовый напечатанный инстабук, потому что там будут просто ваши фотографии и более ничего. А тут просто море креатива, море ваших фантазий, все можно воплотить в жизнь. Вот, получается такая вот толстенькая штучка, она очень приятная. Не представляете, как приятно держать эти фотографии в руках. Это намного лучше, чем иметь просто фотографии в Инстаграме. Далее, мой чудесный блокнотик, моя чудесная книжечка закрывается. Она очень удобная, небольшая, она всего лишь 11 на 11 сантиметров, и удобно брать в дорогу, показывать друзьям, знакомым, родным. Вот так вот. Так что, друзья, рискуйте, делайте, творите, будьте счастливы. До новых встреч!